Эй! Привет, дорогая! А я вот съезжу. Сегодня снова аристократа получила. Да, у меня сегодня тоже удачный день. Ладно, давай, рассказывай. Ну, сперва за старую и новую ежи на Мадонну фишки выпали. Еще и полхиры скатал, танк тупил дико. Так что я набрал миражей и пошел точиться. Выпустил пар. Надо же. Хотя, как это бывает, больше сбил, чем заточил. В нашем идеальном мире, оказывается, очень сложно найти идеального танка. Кто неадекват, кто лагает, кто просто нуб. А ты чем занималась? Качала танка. Не понял? Качала танка. Кого? Танка. Ничего себе. Разве ты не рад? Ты будешь танком? Нафиг основу. Но ты же 105-й приз, с 8-м рангом. Может, мне приз надоел. Возьмете меня в каты? Каты? Ну, буду бегать на фасты, водить в ущелье, заодно заведу в клан. Для ГВГ. Да, для ГВГ. Ой, только не начинай про то, что танки и вары не для девушек. Разве? Но твой ранг, ты потратила на покупку репы мои 1.5 миллиарда. Но ведь это был подарок на свадьбу. Подарок? Оно того стоило? О да, стоило. Хорошо. А доступ к персу дашь? О, ну, я еще не готов к таким отношениям. Да я всего-то возьму твинку, непривязанный шмот.